Сейчас мы выходим на террасу отеля. Народ отдыхает. А напротив вот виден Ксанаду остров. А что тут очень красиво. Такой хороший вид на море. В этом году мини-клуб закрыт, ну на улице аниматоры. Возле парка, там на улице. Большой бассейн, джакузи. А вот эти вот номера у вас, они вот все вот так, да? Да? У нас то есть туда такая... нету номеров? Туда есть, но да? Очень мало. Очень мало, то есть все номера практически да. Сюда. Для детей. И там еще есть горки, мы сейчас пойдем посмотрим. 5% номера, которые есть промоушен. Концепция ультра, все включено. Deluxe, large, family suite и family, стандарт family. Вот у нас большая территория, пляж у нас такой длинный. Да, у нас алякарты есть, алякарты здесь на улице будет, и здесь, и там тоже есть. Много самих ресторанов. Основной ресторан вот там находится. Где... Под навесом. Да. Отель идет вниз. Мы сейчас, где ресепшн, это этаж лобби. Где мы сейчас находимся, это B1. И идет до B7. 7 мест у нас 10 этажей. На пирсе тоже шезлонги. А, да. Что красиво очень. Понятно. А там что в этих виллах? Там ну, несколько комнат. Престиж, который самый справа и слева, только у них бассейн только для себя. А в середине общий бассейн. И двухэтажный. Двухэтажные номера. Да. На сколько человек вообще там? Наверное, вроде две комнаты. Две спальни? Да, четыре, может максимум шесть. В общем, виллы можно заказать только с сайта официального отеля. Детский водный городок, детская площадка и горки. Эта терраса, она очень длинная, идет по всему, вдоль всего отеля, где ресепшн, лобби-бар и отель каскадом. 380 номеров всего, да, но много очень. Вип-синема. А что это все? Тоже серьезно, да? Мини Клаб. Ян Клаб. Так, это стандартный номер. Отель Кефалука. Душ, туалет. А здесь ванна у них. Ну что, неплохая ванна, в принципе. Здесь шкаф. Вот такой вот номер. На край, но номер тоже приличный. Мини-бар. Ой. Балкон с видом на море. Это номер стандартный. Вот, здесь ты будешь сидеть. У нас побогаче. Кровать. Как я тут буду сидеть? Сверху снимаю. Ну, стандартный номер, и он есть стандартный. В принципе, все, что надо, здесь есть, даже чайник. Спустились мы на нижний этаж. Здесь есть спа-центр, там есть крытый бассейн, баня.
Это бесплатно, просто вход бесплатный. Если кто-то занимается, то уже за деньги только все, массаж и все остальное. А хамам у них есть. Ага. Ну, в этом году закрыто. Ой, смотри, как интересно там сделано. Можем оттуда пойти, если хотите? Можно, да, ну, если ну, можно. И там хамам есть. Здесь ресторан Алякарт. Как будто мы в подвале в таком идем. Вот спустились вниз, где бассейны, джакузи. В бассейне никого нет. Так что там. Красивая отель. Это территория бассейна, в принципе, это вся территория отеля. Еще не на пляж. Зона отдыха каскадом. Это активная зона, где мышцы переживают. Аниматор тоже у нас есть. Детская зона. Можно здесь пройти? Оттуда нет, ну сюда можно пойти и так посмотреть. Детская площадка. Здесь детский водный городок. Ну что, замечательно. Там мокро. Дальше не пойдем, стой. Возле бассейна пул-бар, снэк-бар. Так как мало гостиница, этот бар закрыли. Еще Алякарт ресторан с видом на море и снэк. А вот здесь зона отдыха. Каскадом тоже вид с видом на море. На новых деревьях. Ну как тебе? Вверху Алякарт ресторан. Летом здесь красиво. Снэк-бар. На пляже детская площадка. Здесь тоже песчаный вход в море. А дальше налево там более каменистый берег. И там вилла. Вот это балкон, где снэк, где Алихард бывает. И справа это дискотека бывает такой маленький. И в отеле тоже есть дискотека. До 3 часов вообще-то дискотека. Но в этом году нет, конечно. У нас пирс, там тоже зона для загорания, здесь тоже песочек. Народ купается. Здесь нормальный вход в море, песочек, достаточно широкий пляж песчаный. Такие павильоны. К каждому павильону прикреплен свой официант, или кто-то, он приносит в этот павильон завтрак, обед, ужин. Стоит павильон 150 евро в день. Здесь вот теннисный корт наверху. В общем-то, мы прошли весь отель уже вдоль. Ну, территория, да, такой тоже метров, наверное, 50 тысяч примерно. Небольшой отель.